Итак, всем здравствуйте. Перед вами лодка Варвар 480. Продается она вот в таком вот чехле. Здесь у нас есть две ручки для переноски двумя людьми и одна ручка спереди для самостоятельной переноски. Также есть двое лямок, чтобы удобно носить за спиной. Четыре утяжки, по две с каждой стороны и один кармашек. Сюда можно ставить весла и также разместить их в утяжки, чтобы удобно носить. На спине вся эта лодка выглядит вот таким вот образом. В принципе, носить удобно. Итак, теперь рассмотрим комплектацию. Помимо самой байдарки и паспорта этих изделия, у нас есть две спинки с резинками и стропами. Также имеются две сидушки и ремкомплект, в который у нас входит клей, переходник и съемник. Еще имеются у нас три куска ПВХ для заплаток. По традиции Time Trial кладет свои надувные изделия мини-герму. Но, так как сейчас зима, он решил нам положить ледянку. Не знаю, как она мне поможет на сплавах, но дареному коню зубы не смотрят. Перед нами Варвар в ладонном состоянии. Так как сейчас зима, протестировать на воде мы его не можем, поэтому ограничимся техническими характеристиками. В длину он составляет 480 см, в ширину 90 см, баллоны классические 300 см. Моя комплектация отличается от базовой наличием бедренных упоров, 5 воздушных отсеков вместо 3. Один дополнительный находится на носу, второй в корме. И последним отличием является усиленный ремонт. За место 750 ПВХ стоит 1600. Как мы видим, байдарка имеет закаяченность, а также кинематус, что повышает курсовую устойчивость. На просторах интернета я встречал мнение, что ручка состоит только из ткани и, как следствие, быстро истрепится и будет резать руки. Но если мы посмотрим, то увидим, что по всему периметру в ручку вшита ПВХ-ткань. Следовательно, даже если она истрепится, то резать руки она не будет. Как устанавливать сиденье? Берем сидушку, берем стропу с двух концов и вставляем в кольца. Протягиваем. Далее вставляем два конца стропы в центральное кольцо. После этого вставляем эти же стропы в центральное кольцо у самой сидушки. Находится на вот здесь. Вставляется она достаточно тяжело, но если приловчиться, то можно все это делать быстрее. Далее натягиваем и пропускаем два конца стропы через центральную стропу. Если плохо подтянули, то стоит затянуть. Получше, чтобы хорошо все держалось. Далее завязываем на бантик. Оставшиеся концы убираем. Со второй частью делаем все то же самое, но чтобы не терять на этом сейчас время. Теперь берем спинку, берем стропу и вставляем ее в кольцо.
Далее пропускаем стропу через трехшелёвку. Натягиваем до удобного уровня. И то же самое делаем со второй стороны. Затем берем резинку и пропускаем ее через оставшееся кольцо. Она нужна для поддержания устойчивости спинки. Как пользоваться клапаном Голубева? Чтобы накачать лодку, необходимо повернуть крышку против часовой стрелки и открыть ее. Далее берем насос, вставляем и поворачиваем по часовой стрелке. Далее происходит процесс самой накачки. Чтобы приспустить лодку, необходимо нажать на эту кнопку. Чтобы спустить лодку окончательно, необходимо нажать на эту кнопку и повернуть ее в бок. Далее, чтобы вернуть клапан в исходное положение, необходимо опять же нажать на кнопку и повернуть ее в обратную сторону. После всего этого стоит закрыть клапан обратно. Приобрести данную байдарку с любыми переделками и изменениями вы можете в компании «Тайм-триал». Отзывчивые менеджеры всегда проконсультируют вас по любым вопросам и помогут с оформлением заказа.